предупредили в четверг еще. Но сказали, не торопитесь, будут медленно работать. И буквально в 11 часов уже мы начали тут судорожно бежать оттуда, кто куда ящики ставить, чтобы занять. Пришли рабочие, стали демонтаж производить. У меня пенсия 10 500. Я разве могу на нее прожить? Я больше нигде не работаю, только вот сада. А мы, как народ, мы ничего не знаем. Куда, что, как собираться, куда съезжать. Мы, нас не поставили в известность, понимаете? Хотя бы за 2 недели предупредили нас, за месяц. Мы бы собрались, может, по-хорошему бы ушли или как. Или предоставили они бы нам место, или сюда продвинули. Раньше обещали на эту сторону якобы. Ну а как относитесь к тому, что собираются снести рынок, убрать ну, здесь? Ну, естественно, плохо. Плохо. Мы живем вот здесь вот рядом. Здесь все, вот один Курчатовский был, его убрали. То есть, в принципе, вам пойти-то будет и некуда, или есть? Некуда, конечно, а куда? У нас здесь 2 района, советский и центральный, а рынков-то нет. Рынков-то нет. Здесь такой большой район, мы все едем сюда. Поэтому большая просьба нашему любимому новому губернатору, не убирайте, пожалуйста, этот рынок. Мы вам будем очень благодарны. То, что стоят нестационарные объекты, с ними 31 декабря 2018 года договор закончился, то есть, по большому счету, это является автоматическим, так скажем, расторжением, да, и уведомлением. Соответственно, выдавать уведомление мы не имеем права. То есть люди сейчас стоят здесь на незаконных основаниях. То, что касается вот этих навесов, то есть для, так скажем, садоводов, да, для частных лиц, здесь тоже договор закончился, соответственно, людей устно уведомили, что этот рынок сносится. Поэтому ну, мы понимаем людей, их возмущение, но, к сожалению, решение принято именно такое.